Я бегу, меня ждет Аня. Думаю, кто ворота открыл, кто выезжает. Аня уже подъехала, я вон со всеми чемоданами еду. Бегу к ней. Вот она тут. Вот она тут. Короче, я сегодня утром даром времени не теряла. Я немножко погладила через тряпочку, чтобы чуть-чуть по... Ага. Чтобы, если что, нам меньше работы было там. Не, оно уже нормально. Да. Чуть-чуть тут буквально шух-шух по равнице. И все. Что ты тут суешь свой нос? Мяу? Мяу? Кто это? Ты что в пакет лезешь, а? Ты что лезешь в пакет, я тебе говорю? Че ты там лезешь в пакет, а? Аня, кот штору дерет. Это можно делать ему? Нет, это делать нельзя. Нельзя? Нет, но... Но он это делает... Я пугаю, но не это, не толку. А ты записываешь или что? Да. Неужели я не могу, меня сейчас разорвет от своего смеха. Пашка, не нормально так? Или типа вот этого не должно быть? Вот, не могу никак я это... Ну, нормально, наверное. Ну что, что-то мне пока все не, это не удовлетворяет. О, ты придумщица какая! Слушай, а ну-ка сядь, знаешь что? Сядь вот так, как он сидит. В кресле сможешь так сесть? Вот как этот чел сидит. Забыла, как его зовут, а не важно. Да. Вот сядь вот так. Thank you.
Я потом доложу о его этом дальнейшей судьбе, да. Мы с Аней закончили. Аня довольна результатом. Что бывает редко. Я всегда придираюсь к себе особенно. Ой. Я вернулась домой с фотосессии. И этот меня встретил Руслан. Мы сейчас приехали домой. И я читаю, тут Милена ему записку написала. «Привет, пап. Хлеба нет. Позавтракай молочкой. Милена, сердечко. Мама на фотосессии, а я в кино». Он бедный. За хлебом ездил. Ну все, пока.